всем, друзья, с вами DevPlay, мы продолжаем игру под названием... Ой, yes, сорян, подожди. Не, вроде меня слышно, а я вообще забыл, знаете, короче, прикол. Микрофон поставить, все. Вот такое, да, нестандартное у нас начало. И в этой серии мы будем биться уже с боссом, ребят. В предыдущей серии, короче, я уже не стал заморачиваться, это закончил ее. Короче, в чем прикол? Вот такая вот штука есть. Ну, я просто вам расскажу, чем закончилось предыдущее, так скажем, да, немного опишу, как я все это там дальше сделал. Вот эта херня, короче, крафтится на обычном верстаке, на самом первом, да, и, короче, вот это написано, что три вот этого надо резины, блин, я не знаю, может по-другому называется, по-английски это все. И вот эта желешка, которая выпадает с летающих слаймов этих, да, воздушных. Ты когда ее раскрафтил, потом можно ее второй раз через 2 часа. То есть вот этот через 2 часа ты скрафтил вот этот кристалл, можешь на вот ее том пьедестале, или как правильно назвать, короче, ставить вот эту херню, как она выглядит, ну вот такую, короче, фигню можно ставить. Она очищаешь, короче, тупо просто там, сколько там, какое-то время стоишь, ждешь, пока пройдет время, оно очищается, становится вот таким. И, соответственно, с помощью него теперь мы можем с вами идти на босса, то есть сразу... Вышло задание идти вот на вот этого босса. Так. И, соответственно, мы этим будем заниматься. Еще раз хочу поблагодарить тех ребят, которые вбили, так скажем, реферальный код и зарегистрировались в игре. Вам особая благодарность, ребята. Если вы, кстати, смотрите видео, можете написать в комментариях, чтобы мы знали, кто это, и могли. Я мог лично в комментариях вас поблагодарить. Вот. Почему? Потому что мы смогли благодаря них. Благодаря им, короче, купить вот такого, вот такую вот лошадку. Ладно, поехали. Давайте не будем долго задерживаться. Блин, я еще и жрать хочу. Ладно, нормально. Я, честно говоря, немного переживаю в том плане, что я не взял даже с собой... О, кстати, мы можем использовать зелье защиты. Наверное, так и сделаем. Так, давайте пока возьмем копье. Следующий босс выглядит вот так, да, он действительно каменный, да, кстати, я хочу еще отдельно благодарность написать комментатору, который мне сообщил, что на следующем боссе надо будет именно вот молотом херячить, теперь понятно, это будет какой-то голем, я так понял, да? Нужно 110 уровень, так скажем, экипировки, а у нас аж целых 225, давайте я вам сразу покажу, кому может интересно будет, то есть все прокачано у меня на 4 уровень. И да, и это улучшенный вариант той брони, бронзовый, то есть шлем. Ну, топор это так, чисто для рубки. Кстати, когда улучшается оружие какое-нибудь, да, даже вот тоже топор, очень сильно увеличивается их изнашиваемость. То есть они очень прочные становятся, и дольше можно и рубить дрова, и все остальное. Очень полезная штука, то есть я не советую экономить. Плюс я еще заметил, что вот эти, которые есть здесь, камни улучшения, да, как их правильно назвать, вот эта штука, вот именно вот эта руда, которая лежит, она дает и как простые, и как первого уровня камни улучшения, так и вторые, то есть здесь можно фармить и то, и другое, а то я просто не знал об этом и начал продолжать искать вот здесь, вот в этих старых локациях, вот это зеленый именно, первый уровень камни улучшения, на самом деле это не нужно. На нашей помощнице все стандартно, вот лук, кстати, я не знаю, он будет ломаться, у нее ломается на руках. А, вроде нет, ребят, смотрите, видите, все именно отремонтировано по максимуму. То есть на нашем помощнике ничего не ломается, и слава богу, это очень, кстати, удобно, чем, чтобы не возиться. Ну, потому что он, этот персонаж, наоборот, что-то пашет. Можно было бы, конечно, ей поставить еще бронзовый лук, но, блин, честно, немножко не до этого, хочется сейчас победить. Ладно, все, поехали, а то сколько заболтали, ну, в принципе, нормально по времени. Сейчас мы будем пробовать завалить этого Эдди. Приятного всем просмотра. Поехали. Надеюсь, что справимся. Если что, будем перерождаться за кристаллы. А что поделать? Так, давайте подготовимся вот так. Как появился, сразу получил по шее. Нихера себе, какой он большой, а. Ого, он еще и достал что-то с... А, блин, зря. Рано я достал. Нихера себе, он жесткий. Еще и стреляется лазером, блин. Ой-ой-ой, блин. Чё с ним? А, во-во-во-во, кирка написана. Вот про это мне говорят, что держать возле себя кирку. Да, он просто немножко неудачно поставил. Блин, попал по мне.
Так, а ну-ка, давайте херячить вот этим молотом. 154 урона, в принципе, неплохо. Блин, у нас очень быстро хп теряется. Так, так, прячемся, прячемся за что-нибудь. Сука, все равно попал по нам. Блин, я с ним, походу, справиться не смогу такими темпами. Будет очень и очень плачевно. Да, надо было зелье с собой взять, наверное, какие-нибудь. Ну, ничего, если погибнем, то... Мы просто тупо сюда телепортируемся. О, кстати, можно с помощью спринта уворачиваться от этих ударов. Вот, вот, про это говорили нам. Сейчас давайте попробуем. Киркой. Ну, ХП у него не отнимается, но походу что-то все равно должно произойти. А, ну типа мы, наверное, лишаем его тем самым оружия, да? Опа. Хорош. Он, кстати, еще и воспламеняется, так что... Так, а ну-ка. А, восстановилось. Я понял. То есть он, наверное, дольше начинает лежать в отключке, да, когда мы... Он не попал, надеюсь, по мне. Так, что еще похавать? Ой, оно особо ХП не восстанавливает. Да, мой косяк, надо было зелье с собой прихватить, потому что их уже полно, в принципе, у меня. Я их поднасобирал нормально так. А ну-ка. Да, не будем торопиться, потому что, блядь, не получилось увернуться. К сожалению. Так, что надо делать? Что нам надо делать? Давайте респаунимся на базе. Если что, я сюда телепортируюсь с помощью зелья телепортации, то и не будем тебе мозг компасировать, долго тащиться. Потому что, чтобы сюда попасть, вот, ну, я, кстати, надо показать, где это на карте находится, мне пришлось построить плот и переплыть через какую-то часть территории. Я вообще думал, типа, мы, может, попадем на зимнюю локацию, да? Как пример, блин, как же. Я поставил на среднее качество, да? Ну, иногда, конечно, да, немножко FPS притормаживает, но зато, зараза, как же все красиво начинает все выглядеть. Как-то все красивее, блин, ярче, блин, ну, просто красота. О, а, кстати, мы можем еще, знаете, что сделать? Можем с вами скрафтить лук. Скорее всего, этим сейчас займемся. В принципе, камней всяких разных у нас полно. Почему бы и нет? Блин, ну как же ты, блин, омерзительно лагаешь, игра. Так, ладно, давайте, знаешь, что сделаем? Давайте сразу здесь подберем. Подберем зелье на ХП. А, я еще забыл зелье. Давайте это тоже возьмем. Атаку себе повысим. Все-таки же босс. Как бы ни крути. А, еще и против огня, кстати, было бы неплохо. Взять себе вот этот баф. Потому что он стреляет именно огненным уроном, наносит по нам. Так, это что у нас? Это не то. Вот, вот, защита от огня. Ага. Что же еще, что же еще? Ну, зелье взял, главное, это уже хорошо. Так. То есть мы с вами сможем по-быстрому восстанавливаться. Вот это, кстати, возьмем. Может, сразу и улучшим наш лук. Соответственно. А, еще и дерево, наверное. Да, дерево тоже, наверное, сейчас. Вот так. Сейчас. Ну, она хоть не особо нам сильно прям помогает. Но в этом случае, может, даже и сработает. Эта темка. Кстати, а тут должно быть у нас еще шкура, да, оленя? А, нет. Блин. Не, это я так понял, у нас там осталось, возле босса. С нас же шлут выпадает, когда нас убивает. И, соответственно, оно все там осталось. Ладно, хер с ним, я думаю, что и этого нам хватит. С головой. Поэтому мы с вами... Я, кстати, тут немножко по кругу пробежался, думал, здесь где-то будет телепорт до босса. Мы сейчас с вами так телепортируемся с помощью... Зелье. Что такое? Ага. У меня зелья при себе нет. Вот. Сейчас посмотрим. Должно быть где-то у меня по-любому. Я помню, что у меня такое зелье было. Или я их уже растратил каким-то хреном. Ну, давайте, значит, купим. Вроде как у обычных торговцев тоже должно быть. Так, отойдем.
Блин, лагает, конечно, жесть. Ой-ой-ой, не-не, давайте, наверное. Я, конечно, все понимаю, ребят. Я тоже хочу, чтобы была хорошая графика, но, блин, играть невозможно становится. Вот так, все простенько, все минимально и тоже вроде бы как неплохо, да? Ну что? Давай, продай мне изделие, пожалуйста. То опять-таки тащиться через все это. Через все это пространство, это просто капец. Так, покупаем одну за 20 монет, в принципе, недорого. Единственное, что просто не очень хорошо, что у них ну, лимитировано, так скажем. Все. Телепорт использовали. То есть ты можешь там максимум 5 таких купить, то есть. Вот это плохо. Нельзя бесконечно, жалко, что покупать нельзя. Или, кажется, за можно за кристалл еще покупать, не помню, надо посмотреть. Но я прям близко к бою прям телепортировался. Не знаю, правильно ли я это сделал. Давайте подбираем. Вот, кстати, вот вещи. А, уйди, уйди, подожди. Сейчас, давайте. Так, вот это используем. Это используем. Так. Ага. А, все, использовал. Вот это. Все, использовали. И в принципе пока пускай будет так. А ну-ка. Давайте долбанем. Ай, зараза, у меня этот. Ну, вроде как меньше, да, урона получили, вроде как. Все-таки я использую защиту от этого. Ага, все, поехали. Надо, кстати, стамину держать на уровне, потому что, видите, часто приходится. Блять, не успел. А ну, прячься, прячься быстро. Ух ты ж, блядь, ломает все. Так, можно сейчас колбаску съесть. А что случилось? Почему? А, я не вовремя начал есть, поняли? Так, пока он крутится, восстанавливаем стамину. А я так тоже умею, если что. Крутиться. Так, а ну-ка попробуем сейчас. Все, это поломали, и сейчас будем ломать дальше с нашего босса. Все, давайте, кстати, а пока нормально, пока нормально, а нормально бьем. Опа, хорош. Так, поставим вот это, чтобы на быструю кнопку, чтобы мы, если что, могли быстро пить зелье и восстановить хп. Ага, что это, у него вторая стадия какая-то? Или что это сейчас было? А, у него просто она в руках сломалась каким-то образом. То ли он, наверное, неудачно ее забросил, да, вот этот глыбу свою. Так, а ну-ка. Да, что-то я первый раз не совсем понял, как с этим боссом бороться, и немного облажался. На самом деле, видите, ничего так сложного. Но опять-таки, благодаря советам, смотрите, какой урон для нас, по 200, по 223. Если бы я сейчас копьем кидал бы, я, наверное, еще, наверное, минут, полчаса, наверное, даже. Не то, что минут. Еще бы его херячил бы. Да сдохни уже. Класс, наконец-то, ребята, мы его добили. Не сказал бы, что прям очень сложно, но сложнее уже, чем предыдущие боссы, ребята. Это на самом деле приятно, это радует, что игра начнет становиться чуть сложнее, и тем самым она начнет становиться интереснее. Вот такие вот клевые у нас теперь пушки будут фиолетовые. Я так понял, еще и шмот добавится фиолетовый. Новая руда и нового всего кучего, так скажем, будет у нас в игре. Рецепт, ну, понятно, это я понял. Темное железо называется. Темное железо, короче, у нас будет броня из темного железа, оружие из темного железа. Все как бы стабильно, стандартно. Это двуручка, я так понял, да? А это одноручный, типа булава. Да, это молот, а это булава. Классно. Еще же надо учесть тот момент, то что... О, наконец вот этот ресурс выпал. Теперь мы можем с вами еще, добавок ко всему, прокачать свои навыки, ребят.
Это очень радует на самом деле. Давайте этим займемся по-быстрому. Можем прокачать езду верхом и еще и спринт. Ну, остальное пока еще, видите, еще не докачалось до нужного нам уровня. О, кстати, вот это можем прокачать. Двуручный молот, на самом деле, неплохая тема, очень мне нравится. Вот это его удар, то, что он прыгает и херячит, пофиг, где твой враг, он просто допрыгивает и башит одним ударом мощным. По-зверски, так скажем. И я действительно, мне нравится это, мне нравится эта пушка. И, кстати, я уже не так, ну, я даже, ну, просто, помните, я в одной серии говорил, типа, я бережу оружие на босса. На самом деле, этим заниматься не обязательно, почему? Так, давай уже, хватит. Теперь еще 5 раз надо таких вот этих создать. Хотя мне должны уже дать вот эту штуку. Вот, вот, все, да. Для того, чтобы это создать, нужно одну руду. Вот то, что в этой локации добывается. И 3 вот таких вот штучек зеленых. Ну, а я так понял, не так уж и сложно все это добывается, по сути. Но это будет проще в любом случае, чем, блин, идти херячить того босса, а потом каждые 2 часа создавать этот куб. Вот, как-то вот так. Все выглядит. Добили его, и давайте репорт сделаем. Блин, репорт как репорт, хорошо. А где у нас тут телепорт? Нам же надо будет еще раз, наверное, фигачить этого босса. Рано или поздно. А добираться сюда, блин, хрен знает откуда, конечно, не очень приятная тема. Нету. Смотри, вот если специально я вот даже карту открываю. Ну, если даже мы вот, ну, прям не увидим конкретно перед собой эту статую, но ту область, что мы открываем, на этой области появляется значок, что типа вот здесь есть там телепорт неактивированный. Вот, нету, давите. Нету. Потому что на предыдущих вот этих боссах. О, кстати, вот это. Темка. Давайте, наверное, еще ее добьем по-быстрому. У нас. А, у нас уже от эликсиров закончилось этот. Блин, ожидал, конечно, что будет посложнее, но, в принципе, я даже ни одного эликсира не потратил. Я, конечно, лажанулся в первый раз, конечно. Если бы эликсиры у меня были бы. Да, отвали ты уже. О, кстати, помощница уже неплохо так попадает по этой штуке. Так, отвали. Давайте спрячемся. Блин, не успел спрятаться. Еще надо, наверное, понаприготавливать еды себе нормальной. И, ну, я думаю, что уже будет что-то покруче колбасок, да, в ближайшее время, так скажем. Все, забрали вот эту руду. Кстати, руды мало падает, вот это именно вот с этих, да, на переносимость веса, так скажем, да, ну вот это, чтобы можно было больше груза с собой брать. Что-то вот с них не выпадает, только на стамину. Ага. Мы сюда приехали. Давайте сдадим квест. Кстати, знаете, что еще я хочу проверить? Так, давай быстрее. Это мне не надо сейчас целый час общаться. Вот. Сюда теперь опять надо. Ну, мы можем, если что, вот сюда телепортироваться. Хорошо, хоть я тут еще один телепорт открыл. Так. Вот, да, можно вот эту фигню, короче. А, вот оно как оказывается. Я просто думал, для чего вот этот кристалл нужен. Потом смотрю, когда я, короче, те кубы ставил, вот такой кристаллик, типа, да, появляется вот тут. И типа, потом подумал, подожди, где-то что-то знакомое. Вот это если, типа, мы ставим, аж целых 3 надо таких, кстати. Вот давайте сейчас крафтим сразу заодно. Я же говорю, свободное время есть, ребята, крафтите вот эту херню постоянно. Блин, видите, резин не хватает, сука. Ох и бесит, а. Давайте какую-нибудь лошару завалим по-быстрому. И, короче, если что, потом уже сделаю. Ничего страшного. Сейчас давайте быстренько телепортируемся сюда. Доберемся, я так понял, до нового поселения, до новой территории, так скажем. На самом деле, тут еще проходить и проходить. Даже начиная с первой локации, надо будет еще попроходить вот эти совы, которые стоят, да, вот эти мини-игры, так скажем, да, загадки. Потому что там выдаются зеленые. Конечно, да, по-тупому здесь поставили, прямо в воде. Телепорт.
Короче, зеленые монетки, за которые мы можем у обычных торговцев покупать себе вот эту руду для улучшения возле статуи, то что. То есть улучшить там побольше ХП себе прибавить. Там можно опять-таки стамину повысить и весопереносимость, так скажем, можно повысить. То есть это надо реально проходить, еще делать, так скажем. Там, кстати, есть одна загадка, вот именно в лесу. В лесу, кстати, давайте здесь, наверное, поставим. Я сейчас не хочу этим заниматься, просто поставлю вот так домик. Я же не знаю, не помню, вам рассказывал, есть офигенный лайфхак, как можно быстренько собирать новые там дерево, там все остальное. Вот то соберешь вот так и жмешь на разобрать, оп, дерево выбрал, забрал и пошел дальше. Даже дерево я в основном даже сейчас не рублю. Вот так просто нахожу дома, их разбираю, это и все. Ну, смысл их оставлять, не вижу смысла. Ну и, конечно, если, конечно, вы не собираетесь в нем поселиться в ближайшее время, то можно его спокойно разбирать. Вот эти совы, видишь, вот это. Там дают зеленые штучки, за них можно покупать себе. Кстати, еще. О, все, тут надо уже дальше плыть. Так, а у меня есть хоть нужные материалы? Так. Мне, к сожалению, не хватает шкур. Давайте, на, сейчас поубиваем еще, блин. Блин, не попадается, да вот не попадается и все. В другое время полно этих кабанов здесь бывает. И всякой дичи вот этой. Ну а теперь просто тупо вот игра говорит, что нет. А, вот, кстати, телепорт тут поблизости. А ну-ка гляну, может у нее там есть что-то в инвентаре. Не, ее инвентарь пустой. Но я не могу, правильно же, скрафтить? Мне нужно еще 7 таких. Ну, а ну-ка, а с них не выпадает, кажется, та шкура, там выпадает другой материал. А ну-ка, давайте долбоем одного. Просто прибил к земле. О, кстати, начал выпадать это самое молоко. Блин, я думаю, их типа как-то доить надо, чтобы типа молоко дали. А тут оказывается просто рандомная тема. Ладно, давайте. Телепортируюсь быстро, давайте обратно. Даже буду искать, сейчас это будет еще дольше, чем надо. Хочется посмотреть новые территории, то и, наверное, будем на этом серию заканчивать. Ну. Жарко, конечно, у меня. Усы потеют. Короче, построил я себе плот, и сейчас плыву, и прям возле нас. А, блин, ну задрал ты онлайн игра, блин. Тут рядом вот такой новый вот уже биом появился, новая руда. В принципе, я так понимаю, что дальше можно и пешкодромом добираться. Поэтому слази. Нихера себе, какие-то пауки появились. Это да. Новые мобари. Это очень круто, это очень интересно. Так, вроде как, я не ошибаюсь, тут еще должны какие-то быть рептилии, да, я так понимаю. Бля, я точно правильно, блин, по адресу пришел. Это сильно жестко, вам не кажется, все это выглядит. Неужели меня расхерячивают? Не по-детски. Бля, че игра начинает чем-то тупить. А, во-во, какой-то хрен тут. Здоровый. Сука, меня убили. Да угомонись, игра уже. Короче, ребята, уваливаем отсюда. Я сейчас подобрал нужную мне вещь. Ну, короче, мои вещи подобрал я нужные. Ну, это, короче, тут жесть, тут жопа полная, блин. А по что бы я делал, если бы я даже не подготовился бы к этой территории, так скажем, да? А ну, кстати, можем молоко выпить? Что оно нам даст? Первый знает, что оно мне дало. Ну и ладно, я думаю, может ХП чуть восстановится. Блять, это, конечно, очень неудобно сделали. Аж целых 2 минуты надо ждать, чтобы зелье выпить. Это жопа. Вообще невыгодно, вообще неудобно, я считаю. О, кстати, у меня же колбаса еще есть. Ладно. Блин с ним. Давайте хоть доберемся уже до следующей локации, потому что. Ну, не локации, короче, поселение, а то это полная жопа тут с ними бороться. Или просто я так неудачно попал.
Че, игра начала глючить, тупо выкинула меня из игры. Короче, все как всегда не вовремя. Было только что. Да, игра, если так, то действительно намного сложнее стала. Чем была. Так, все, добрался. Вот у нас, кстати, еще тут новый торгаш. И вот это я говорил, видите, он за зеленые вот эти штучки, короче, может покупать себе вот это добро. Кстати, давайте купим тогда вот. Плюс ХП. Еще надо поделать этих мини-головоломки для того, чтобы купить все остальные. Еще, кстати, предыдущей локации той я тоже еще не покупал вот эти красные. На улучшение ХП. Ага, поменяться пас, обменяться паролем. Короче, нам какой-то пароль дали. Ну, там циферки то, что были, да, при общении. Не, ну просто интересно, чем сейчас что будет, мы будем сейчас заканчивать. Ага, нас, короче, будут учить, как крафтить зелье. Ладно, давайте на этом будем заканчивать. В принципе, основное, так скажем, цель достигнута в этом видео. Мы завалили с вами босса Эдди, вот этого голема. И, в принципе, мы вроде бы как неплохо с ним справились. Но, блядь, новые локации тут, конечно, конкретно пипец. То есть, здесь опять начнется сейчас гринд. Еще раз гринд, и будут крафт, и фармить надо будет. Поэтому это я буду уже отдельно без видоса делать. А вам спасибо, что досмотрели до конца. Прожимайте лайки, оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на мой канал, прожимайте колокольчик, если все еще не подписаны на мой канал. Также можете подписаться на телеграм-канал. Соответственно, там есть телеграм-чат. Можете тоже присоединяться, общаться по этой игре и по другим. Без проблем. До следующего видоса. Всем удачи, всем пока.